Сиделись мы с тобой сегодня. Давай я тебя провожу. Я тогда завтра тебе позвоню. Хорошо. Пока. До завтра. Эй, кто там?
Оттуда, наверное, вид лучше будет. Прошлой ночью в нашем городе произошло убийство. Жертва преступления была обнаружена утром местными жителями. Ею оказался молодой человек. Смерть наступила в результате большой потери крови. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Как заявляет глава полицейского управления, полиция делает все возможное, чтобы подобное больше не повторилось. Но, в свою очередь, хочу напомнить, что это далеко не первое преступление подобного рода. Двумя днями ранее в пригороде был обнаружен труп молодой девушки с похожими признаками. Именно по этой причине правоохранительные органы крайне обеспокоены. За последние несколько месяцев наш город захлестнула волна нераскрытых убийств. Судя по всему, у нас завелся серийный маньяк. Ой, Митя, что творится? Я просто не представляю. На улицу страшно выходить, а Няша еще в поход какой-то собралась. Поговорил бы с дочерью, пусть он лучше к бабушке в деревню съездит, отдохнет. Там-то точно этих маньяков нету. Ой, мать, успокойся уже. Дочь у нас уже почти взрослая. Ты что за ней, всю жизнь следить собралась? Она же с друзьями будет, а не одна. У них там компания большая. А маньяк этот твой все на одиночек нападает. Не поздновато ты в гости ходишь? Да нормально. Я так, просто решил убедиться, что у тебя все в порядке. А то знаешь, этим кровососам доверять нельзя. Угу. А тебе, значит, можно доверять? Ну да, я же не вампир какой-то. Ага, зато ты оборотень. Так что я вам обоим не особо-то доверяю. Ну это понятно. Ты же раньше вообще не знала о существовании вампиров и оборотней. Но если так разобраться, то вампиры для людей гораздо опаснее. И чем же это, позволь спросить? Современные вампиры даже кровь человеческую не пьют. Кто? Вампиры-то? Это он тебе сказал? Пьют, можешь не сомневаться. Не все, конечно, но многие. А тебе-то откуда знать? Ты же не вампир. Так мы же с вампирами постоянно сталкиваемся. Ты думаешь, обязательно быть вампиром, чтобы знать, чем они питаются? Ну, допустим. Предположим, что ты не врешь. А что ты еще знаешь про вампиров? И, кстати, а вы сами-то что едите? Вы же оборотни. Да, много чего. Только я не могу это человеку рассказывать. Да ты и так уже обо всем проболтался. Чего ж теперь скрывать-то? Вот вампир, кстати, тоже про вас мне кое-что рассказывал. И чего это он тебе про нас рассказывал? А вот! Я не могу тебе рассказывать. Это секрет. Ой, да ладно тебе. Ничего он не рассказывал. Вампиры еще больше нашего все эти старинные правила соблюдают. Так что если бы он тебе что-то и рассказал, то потом ему пришлось бы тебя убить. Хватит уже пугать. Ничего он со мной не сделает. Он не такой плохой, как ты думаешь. Он вампир. И этим все сказано. Ну да. Других аргументов придумать не смог? Он вампир, поэтому он плохой. Бла-бла-бла, а мы такие хорошие и пушистые. Вот поглядите, у нас даже ушки есть и хвостики. Так получается? Да ну тебя. С тобой вообще невозможно общаться. Ну, не хочешь и не общайся. Чего тогда пришел? Чего-чего? Убить я тебя должен, вот чего. Да ладно!
Но ведь ты этого не сделаешь. Правда? Это же дичь какая-то. Так нельзя. Не убью, не бойся. Только мне теперь к своим возвращаться нельзя. Что им скажу? А что же теперь делать? Они разве тебя искать не будут? Будут, конечно. Сам не знаю. Отсижу где-нибудь, потом придумаю, что делать. Ладно, я пошел. Ой, подожди! Ну, оставайся тогда здесь. Это же из-за меня ты попал в переплет. Няша, ты еще не спишь? У тебя все в порядке? Да, мам, все хорошо. А что такое? Да мне какие-то звуки странные послышались. А, это я, наверное, телевизор слишком громко включила. Прости, мам. Ох уж эти злободневные новости. Папа как включит перед сном, потом уснуть не могу. Телек смотреть вредно для психики. Мы бы лучше фильмец какой посмотрели. Комедию там или мелодраму какую. Ладно, мам, спокойной ночи. Спокойной ночи, Няша. Не, боюсь, у тебя пожить не получится. Ну да, скрывать тебя от родителей будет трудновато. Но ты сегодня оставайся, а завтра найдем тебе новое убежище. Ладно, я тогда в шкафу переночую. Ты не против? Да нет, не против. Привет, Бастер. Слышала, ты планируешь с вампирами посчитаться посерьезке. Привет, рыжая. А где твой отец? Он что, теперь от нашей стаи нос воротит? Или это ты так заматерила, что бросила вызов папаше и заняла его место? Так и есть. Я теперь вожак рыжехвостов. Ты разве не слышал? Мой отец пропал 2 недели назад на охоте. Прости, Злата. Сочувствую вашей утрате. Ну постой. Ройстон был опытным охотником. Как так получилось, что он пропал? Я знаю лишь то, что он уехал охотиться вместе с Бьорном и стальных когтей. С собой он взял нескольких верных ребят. Да и еще пара молодых щенков за ними увязалась. Он не стал возражать, думал, поднатаскаются. Но с охоты никто из них так и не вернулся. Ты сказала с Бьорном? Если он там тоже был, значит, то должен был знать, что произошло. После этой охоты он сильно изменился. Замкнулся в себе, мало что рассказывает. Твердит одно и то же. Будто перед охотой все они здорово напились, так что еле могли стоять на ногах. А на охоте вместо оленя нарвались на огромного медведя. И мой отец не смог с ним справиться. Но что-то я слабо в это верю. Да быть такого не может. Мой брат всегда отзывался с уважением о твоем отце. И приводил его в пример как самого мудрого оборотня. Не думаю, что в день охоты он бы сделал такую глупость. Напился до беспамятства. Да еще подавать такой пример щенкам. Тут что-то нечистое. Тем не менее, Бьорн единственный, кто оттуда вернулся. И он утверждает именно это. К тому же говорит, что и сам был изрядно пьян. Так что подробностей вспомнить не может. Ладно. Пожалуй, мне самому стоит потолковать с этим Бьорном. Все равно мне нужно будет ехать на переговоры к стальным когтям. А что ты думаешь о моем предложении? Давай напомним вампирам, что договор соблюдать – это в их интересах. А то они совсем зарываться стали. Понимаю, решение ответственное. Но раз ты теперь вожак рыжехвостов, то и решение принимать тебе. Что скажешь? Ну, что скажу? Бастер чертов раздолбай. Я знаю тебя с самого детства, с нашей первой совместной охоты. И отец был всегда хорошего мнения о тебе. Но не кажется ли тебе, что ты затеял слишком опасную игру? Вампиры очень сильны, а наши стаи потеряли самых могучих бойцов. Ты не обижайся, но твой брат был гораздо более опытным лидером. Тебе, конечно, удалось занять его место и сохранить стаю,
Но ты точно уверен, что сможешь сплотить все стаи и возглавить их? В других стаях есть лидеры покруче тебя. Не сомневайся, рыжая. Я, конечно, не такой опытный, как мой брат. Да и сил у меня пока гораздо меньше. Но ты же меня знаешь. Я зубами грызть землю буду, но своего добьюсь. Да, черт возьми. Будь что будет. Покажем этим кровососам, что зря они в дела оборотней полезли. Да, ребята? Повыбиваем зубы этим упырям. Ваше Высочество, глава полицейского управления. Ты что, черт возьми, себе позволяешь? Я же говорил, чтобы ты не появлялся в моем доме. Никто не должен видеть нас вместе. Прошу прощения, у меня очень важное дело, оно не требует отлагательств. Ладно, выкладывай, что у вас там случилось? Дело в том, что за последнее время в городе стало происходить слишком много убийств. Становится сложно скрывать их от общественности. Мы, конечно, делаем все, что возможно, но информация все равно просачивается наружу. Что ты хочешь этим сказать? Мой клан не причастен к этим преступлениям. Конечно, сэр. Я знаю, что ваши подданные не убивают людей ради крови. И я ни в коем образе не обвиняю вас в этом. Но, по-видимому, в городе появился некий вампир, который не соблюдает ваших законов. Возможно, это чей-то выродок. Не могли бы вы разобраться с этим? Ничтожные людишки! На кой черт я продвинул тебя на пост главы полицейского управления, если ты не можешь разобраться даже с такой ничтожной проблемой? Ладно, я сам займусь этим делом. Проваливай и не смей больше появляться у меня на глазах. Если что-то нужно, свяжись с моим подручным. Поговорил с Моретом? Да, поговорил. А ты чего тут? Как же королевская жизнь? Скажешь тоже. Терпеть не могу все это чванство напускное. Ну, ты же типа принцесса. Тебе положено. Ой, блин, вот только ты не начинай, а. Да ладно тебе, я пошутил же. Слушай, что-то мне тут уже надоело. Пошли прогуляемся. И куда же мы пойдем? Скоро ведь рассвет наступит. Вот именно. Давай скорее. Пошли.